День добрый, друзья! Продолжаем проходить XCOM «Неизвестный враг». Итак, с меня качественное видео в 4К, а с вас лайк и подписка. Я думаю, мы с вами договоримся. Спутниковые связи работают на предельной мощности. Так, что у нас? В прошлом прохождении мы добились неимоверно крутых достижений, но нам еще немножко не хватает денег и немножко не хватает у нас фрагментов оружия, да? Для того, чтобы все делать. Ну, у нас, по-моему, есть два лазера. Лазерных снайперки. А в остальном у нас все хорошо. Так, легкие плазмеры. Плазмопистолет 3 дня. Давайте плазмопистолет исследуем. М-пушка это хорошо, но мы готовимся к нападению базы пришельцев. На базу пришельцев. Мы готовы заняться доступом к базе пришельцев. Скажите, когда начинать? Африка. Обнаружен объект. Россия. Объект 0. Сидит, кстати. Так, сидит, говоришь, да? Сидит это хорошо. Значит, там могут быть мутоны. А если там мутоны, мы их будем захватывать. Так, это у нас поддержка, да? Поддержка медик. Тяж какой-то. Давайте мы еще одну поддержку. Введем в строй. Так, у нас одна свободная винтовочка есть. Все, два захватчика, два тяжа, два снайпера. Поехали. Че, один там снайпер? Ой, по-моему, один снайпер. Ну что, пора лететь в Россию? Давно пора лететь в Россию. Штурмовать Путина. Рейнджер в канале. Мы рядом с кораблем противника. Штурм один готов к выходу. Ждем приказа. Понял вас, Рейнджер. Корабль сел сам. Падения не было. Так что ждите сопротивления. Это, по-моему, огромный корабль. Да, все-таки у меня один штурмовик и один тяж. Так, а тяж у меня какой? Крутой, да? Да, по роботам специалист. Была когда-то у меня миссия в Лонхваре, когда вот так вот я вышел на корабль, и они оттуда как повалили всей толпой. Не знаю, что их так сподвигло на меня нападать. Да, но это было интересно. Я еле успевал отбиваться от их нападений. То есть не ждала каждая бригадка, когда я там надумаю к ним идти, их обнаружу, там бла-бла-бла. Сразу на меня перло. Оттуда, откуда стояли, сразу на меня перли. Вот это была мощная атака. Так, вот тут, по идее, кто-то должен быть. Проверим. Никого. Ладно. Как бы нам бы так по перспективу, да? Что-то тишина. Давайте-ка мы закинем вот эту штуку. Наверняка ж там кто-то есть. Посмотрим, что куда.
Ага, что куда и что где? Ух ты. Ух ты. Как я их вижу, непонятно. Черти куда? Странно, только что видел, уже не вижу. О, прикольная игра. Надо бы бронекостюмов набрать побольше. Мониторю сектор. Что-то я так чувствую, они на меня будут нападать, а не я на них. Так, так, так. Будем настороже. Три мутончика тут было. И еще, наверное, три мутончика. Вижу противника. Ага. Красавцы. Как-то непонятно, я их вижу. Что это за звук? Слушайте. Вам не кажется, что это тот же корабль, который похищал людей? Да, это тот же корабль, который огромный. Кого он там похищал, я не знаю, но... Ясно. Буду начеку. Буду настороже. Готовность номер один. Но надо с ним аккуратно. Подходите, гады! И муха не странно, пройдет. Что никого нету. Тут на входе вот эти трое стояли обычно. А сейчас что-то они вглубь ушли. Отступают. Надо бы их как-то, блин, замануть. Тыба, текают и текают. Сколько ж можно текать? Они уходят в сторону! Меня стреляют! А вот и они! Следите за флангами! Откроем дверцу. Бей, козлов! Хеллоу! Ох, и до хрена ж их тут, ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готовность номер один. Получите, распишитесь. Ого, что это за тормоза такие какие-то были? Странно, подтормаживает. Не должно подтормаживать. Так, этот у нас крутой. Девочка, по-моему, еще не до конца прокачанная, да?
Давай, убивай кого-нибудь. Сняла его. Сто процентов, давай. Как в тире. И еще 100%, давай. С ним разобрались. Отличненько. Теперь куда бы его свалить? Пора убивать. Так, ну неплохо, неплохо. Теперь давайте в обороне посидим немножко. Раз, два, три, четыре, пять. Они сваливают. Пятерых снял. Или четверых, четверых. Не хотят нападать, да? Ладно. Ладно. О, снайпер кого-то видит. Давай. Меня устраивает такая позиция. У меня снайпера, а у вас их нету. Да вроде по графике как попал. У меня единственная, что проблема, это... Отлично. Что гранаты они кидают. Вот это мне не сильно нравится. Еще обходить тут могут. Надо быть аккуратным. Кто здесь? Тук-тук. Ага, кто-то спрятался. А я тебя нашел. Поправка на ветер. Урон нулевой. Ничего, нормально. Ух, там еще один. Дальность должна быть большая для гранат. Вот ты, блин. Попал, зараза. Хотя вот тут нормальная дальность. Ё-моё. Да что ж такое? Ой, как нехорошо. Ты зачем меня стреляла, гадость такая? Ладно. Объект уничтожен. Не выйдет.
Стой! Ай, молодец. Прикрыл своего брата. Блин, вот эту убивают, это нехорошо. Готовность номер один. Ясно. Начинаю наблюдение. Так, снайпера. Покажите класс. Этот готов. Отлично. Нет патронов. Так, теперь можно подлечиться немножко. Ага, только я медпакетов не взял. Вот, блин. Ни одного медпакета. Время убивать. Это плохо. Готово. Все готово. Ну, считай, первых парочку отрядов мы одолели. Смена магазина. Ясно. Буду на чеку. С аптечками что-то я подзатупил, блин. Буду на стороже. Надо еще одну аптечку докупить. Слышали? Ух ты, блин. Следите за флангами. Они дрогнули! Вперед! Решили налететь с фланга. Так. Ну что, будем тебя... А, подожди, снайперы. Никакие снайперы тебя не видят. О! А че это я голову морочу? Снайпер тебя видит. Отлично. Там что-то есть. Да-да, летуны там сидят. У них там установлены баки. Вы давно обедали? Баки-баки. Короче, держитесь. Думаю, в этих баках они поддерживают жизнь подопытных. Баки-баки. Действую! Баки-баки. Ну, подходите, гады! Буду настороже. Я весь внимание. Так. Спешить не будем. Заодно снайпером выйдем на точку. Бо спешка ни к чему хорошему не приводит. Особенно в таких крупных кораблях. А вот теперь можно и штурмануть. Вижу лунатиков. Как-то вы мало пошевелились. Я ожидал большего. Thank you.
Да, снайпер, как обычно, не удел. Ладно. О, 100% мочи. Прощай. Вплотную. Прищучила. Так, ну пока все неплохо. Только проблема с аптечками. О, у меня еще один боец был запасной. Я про него забыл. Так, вот две энергостанции. Это хорошо. Выйти за пределы корабля. Проверить, обходят ли нас. Походу нет. Давайте лучше сканер куда-то сюда закинем. Большой брат всегда с тобой. Чистота и порядок. Хорошо. Значит, рубку будем брать. Что тут, тишина? Держу сектор. Хорошо, когда вот такой штурм идет в одном направлении. Плохо, когда высаживают сбоку корабля, и приходится его в бочину брать. Вот тогда плохо. Ну, пока все хорошо. Ну, по идее, это уже босс. Знаю. Повеселимся. Пора входить. Там их может быть много. А может, он там один. В любом случае, у нас сейчас мощность оружия крепкая. Думаю, этого достаточно. Такие находки отметают последние сомнения. Задача всех этих исследований — причинить боль человеку. Угу. Боль. Кому нафиг нужны со своей болью? Так. Парализовать. Как можно больше парализовать. Пиф-паф.
уничтожен. Блин. Ну ты хоть подранишь? Ой. Ну капец, нажимаю на голову, открывается дверь. Мимо. Черт, не может быть. Ну ты даешь, блин. О. 4. Но, по-моему, их нельзя взять второй раз. Блин. Сладких снов. Отличная работа. Все сделали как надо. Можно. Интересно. А в Wi-Fi нельзя. Ну, не такая уж сложная база. Я думал, конечно, будет посложнее. А где же этот сектоид, который с головой с большой? Странно. На базе, по-моему, он был. Хм, интересно, это что такое? Полная защита от критов? В режиме стрельба на бегу шанс критического попадания растет на 50% до конца хода. Но это ерунда, потому что я и так забегаю в тыл. А вот полная защита от критов — это круто. Дофига брони, защита от крита. Супер. Это что такое? Дымовые шашки. Да. Откуда у меня плазмер? Я ж вроде не захватывал. Странно. Вон два блока питания. Отлично. Осколок изгоя. Текущие запросы. Подожди, осколок изгоя. Интересно. Уже у меня их два. Хм. Чудная миссия. Я по памяти помню, в Enemy Wave совсем все по-другому. А, так это не база. Тьфу, а я же думаю, что за ерунда. Это что-то было. Это был корабль сидячий. Тю. А я база, база. Я же удивился, что это не база. Так, теперь мы можем производить собственные плазмопистолеты. Кроме того, бойцы могут использовать трофейные плазмопистолет. Ой, пистолеты третьего уровня в литейном можно. Убойную силу всех пистолетов. Угу. Отлично. Легкий плазмер — это ерунда. Эта пушка классная, конечно. Давай тяжелый плазмер сделаем. Я просто не понимаю, как настолько развитая цивилизация может быть полностью лишена эмпатии к страданиям других разумных существ. Это не клеится ни с какими нашими теориями. Мы и предположить не могли, что с появлением высочайших технологий может прийти бессердечие и холодность. Ага, ключ надо изготовить. Мы могли бы использовать эти технологии не только как оружие, если бы чужие пришли с миром. Так, я еще хотел аптечку еще одну сделать. Тут надо только оружие. Ой, тут деньги. Что у нас по деньгам? Нет, научная ценность операционная. Странно.
стазис. Центр на связи, вас слышу. Что значит, вы вроде бы видели змею? Какая к черту змея? Вы о чем? Вот на два костюма нам хватит. Ага. Еще ангела можно одного построить. Это дорого, конечно. А вот два броника это в самый раз. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Инженеры. Проблема в инженерах. Ладно, лучше подготовимся. О, еще один самолет. Отлично. Самолет это хорошо. Третий континент прикроем через день. Хотя подожди, что через день? Если можно уже демон 2 перевести куда-нибудь. Вот сюда. Этот можно списать. Списать самолетик. Так. Сколько стоит еще один сделать? Ромобой. О, кстати, можно сделать без проблем. Отлично, все, теперь 4 все континента наши закрыты. Раз, два, три, четыре, пять континентов. Демон, раз, демон. Ага, еще один надо все-таки, да. 69, что-то еще надо продать. Еще один самолетик прикупить. Еще одну плазмопушечку. Как раз. Все. Теперь все 5 континентов закрыты. Теперь мы крутые. Кто крутой? Я крутой. Так. Тяжелая плазмер. Бла-бла-бла. И трофейные сможем использовать. Трофейные это у крутых мутонов. Ну что, поехали дальше. Сколько она, кстати, стоит, этот тяжелый плазмер? 185. Ого. Да, дорого. Дасис есть дорого. Двадцать число уже. Передислокация воздушного судна завершена. Семь трупов. Обойдетесь. Так, один день и будет отчет. Модули спутниковой связи работают на предельной мощности. Требуется дополнительный модуль. Ну, в принципе, все all right. Начинайте меня хвалить. М-пушка, да.
Все, нечего исследовать уже. Так, денежка. Получено сообщение. Мы приятно удивлены успехами проекта XCOM. Я сам в шоке. Признаюсь, последние результаты превзошли все наши ожидания. Думаю, вы понимаете. Совет такими комплиментами не разбрасывается. Да-да-да. Теперь давайте подзакупимся окончательно. И все-таки пойдем штурманем базу. Спутники у меня в запасе есть. Три титановые брони, да? Четыре брони. Пару ангелов. Стимулятор — это фигня полнейшая. Так. Плазма-пистолет. А чё у меня их нету, кстати? У меня же их полно должно быть. 66 стоимость была. Дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие. Так, два тяжа взять. Ну, в принципе, и все. И теперь постройки. Копаем. Кстати, сколько у нас инженеров? 59, отлично. Наконец-то. Можно построить спутниковый комплекс. Четыре спутника берет. Отлично. О, 21 день, ничего себе. По-моему, все неплохо. Сейчас надо глянуть, что у нас в казармах. А в казармах у нас тоже все хорошо. Ну что? Жаль, конечно, что мы не дошли до... Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. До вот этих установок не дошли. Жаль. Это очень крутое оружие. Но базу штурмовать будем. В принципе, мы вроде как готовы. Дугомет. Дугомет мы не улучшили, блин. Захватить бы его. Кстати, сколько стоит улучшение дугомета? 4 обломка дрона, блин. Ну что ж, тогда без дугометов. Пистолета не хватает. Сколько он может летать? 6 единиц. Свободный полет — это восхитительно. Главное — следите за уровнем энергии. Костюм не годится для дальних путешествий. Да.
Это убийца роботов. Чего-то костюмов не хватило. А, это снайпер. Ну да. На тебе граната. Ох, и неудобно, когда у кого-то что-то осталось из комплектации. Вот цель. А я их там заказываю, блин. Так, итого, снайпер. Крутой. Штурмовик. Крутой. Тяж. Хороший. Снайпер 2. Пойдет. Поддержка с аптечкой. Блин, где вторая аптечка? Да, грёбаный гибастус, где все? Где моя комплектация? Щит. Короче, заколебало это уже. Ну, два ж медпакета, я ж заказывал два, блин, где-то он, блин, гуляет. Ладно, сделаем еще один. Плазмопистолет. Сделаем, черт с вами. Так, у этого есть медпакет. Где это еще один? А что, ты не медик, что ли? Ты ж поддержка. А-а-а, я тебе медпакеты не дал. Угу. Я тебе дымовые дал. Ну ладно. Гоу, базу. Бить. Готовимся к высадке. Вот скелетный ключ. Что-то вроде отмычки, которая пропустит вас на базу чужих. Права на ошибку у нас нет, надо делать все сразу и как следует. Хо, захватить в плен командира базы. А как же я его захвачу, если у меня нету парализатора? Давайте попробуем. Это странно, конечно. Странное задание. Прикольно, если она провалится, когда я его убью. Захватить его непросто. Что ж они делают с людьми? Надо будет взорвать это место к чертовой матери. Продолжаем движение. Противника мы пока не видим, но расслабляться не стоит. Похоже, пришельцы готовы оказать сопротивление и уже сейчас стягивают отряды. Ну, блин, даже не знаю.
Снайперов на балкончике сразу. Тут дальше не пройдешь, да? Тяж только один. Готовность номер один. Сюда опасно выходить. Тут что-то непонятное происходит. Сканирую. Если тут конец карты, то тут он явно не конец. Ладно, давай один ход пропустим, а там посмотрим. Ого, 21 хп у меня. О, где-то летуны. Где-то роботы. По-моему. Так. Что у нас тут? Тишина. А тут? Тишина. Буду на чеку. Начинаю наблюдение. Держу сектор. Сканирую. Готовность номер один. Ясно. Буду на чеку. Что-то они не спешат нападать. Опа. Что это за звук? Тут-то там есть. С этого балкончика уже видно будет. Так, тяж, подожди. Сейчас кого-то найду. А вот и они. Ух ты. Красавцы, ну давайте. У меня как раз два снайпера для вас есть. Снайперы, снайперы, где же вы там? Ай, блин. Объект уничтожен. А вот что с этими делать, непонятно. Учитывая ихнюю меткость, в живых их оставлять нельзя. Плазма, это круто. Только попадание слабенькое. Еще дергается. Блин. Совсем нехорошо. Двигаюсь к точке. Один остался жив. Это очень нехорошо. Лучше дальнего снять. Конец лунатику. Он не раненый, а этот раненый. Смотрю внимательно. Ну и что ты будешь Они делать? Сваливают. Нас там много. Текай лучше.
Опа. Как я тебя развел-то, а? Получи. Пинка под зад. Допрыгался. Отличная комбинация. Так, этих мы разрулили. Что у нас дальше? Ну, похоже, мы нашли, куда они забирают похищенных. Но зачем им нужны люди, все равно не ясно. Блин, столько балкончиков. Три балкончика. Сканирую. Наверное, придется одного снайпера перекинуть на тот фланг. Нафиг они мне тут все двое. Плюс ко всему, тот балкончик выше, и с него можно будет крыть оба. Все готово. А с этого, получается, не хватит мне расстояния, или, по крайней мере, вижена. Лучше перезарядимся. О, кто-то есть. Что там за звук? Интересно, где он там? Где-то вот здесь на балкончике. Ага. А как же сюда стрельнуть? Тишина. И ворота открыты. Сканирую. Буду настороже. Вражеские войска. Ух ты, блин. Снайпер нарвался. Давай, родненький, попадай. 8 плазма, неплохо. Без крита это хороший выстрел. Блин, что мне теперь с тобой делать? Снайпер его не видит, да? Настороже. Снайпер остался, и этот, и все. Ну что, снайпер утекать, наверное, надо. Режим полета хорошая штука, но... Боюсь, она меня не спасет. Вся надежда на снайпера. Давай, родненький.
Допрыгался. Отлично. Они меняют направление удара. Ну что, еще неплохо. Снайпер снайпера прикрыл. Все отлично получилось. Так, что ты, снайпер, мне тут скажешь? Ты не видишь его, да? Жаль, что ты его не видишь. Ладно. Этот готов. Есть вот такая штука. Время убивать. Я не понял. Все? Ясно. Буду на чеку. Какая-то база другая совсем. Так понимаю, они ее переделали. Такая база здоровая, народу так мало. Так, наверное, одного туда направить. Помощь снайперу. Повеселимся. Одному снайперу здесь тяжело. Что-то где-то кто-то топчется, блин. И никого нигде нету. Сканирую. Странная база какая-то. И что дальше? Ну подходите, гады. В вашу сторону движутся отряды противника. Где они? Две у тебя бздюхавки или три вот этих вот мутона? Так это ж ни о чем. Тут на каждой площадке должно быть по роботу и по сопровождению робота. А тут сейчас никого нету. Странно. Кто-то там есть. Слышали? Действительно мало. Сейчас только выйдешь, как начнут голову морочить. Давай, этот пришелец похож на других летающих тварей, но броня и оружие у него явно помощнее. Похоже, это улучшенный образец. Опа, вот и тяжелые летуны. Что мне с вами делать? Кто у нас туда достанет? О, снайпер туда достанет. Там столько хп. Да, что сильно я сомневаюсь, что я его завалю. Может, одного? Из игры. Кабан какой здоровый. Ну давай.
Отлично. Так, ну что я тебе скажу? Посиди пока в обороне, наверное. Ясно. Начинаю наблюдение. Я ты внимание. Тоже. Сейчас он будет лететь, наверное. Или стрелять сразу. Отступают! Тихо. Даунитос. Какой-то. Стал, блин, в проходе. Странный товарищ. Ты его, кстати, видишь? Прищучила. Странное поведение пришельца. Посмотрим, что здесь. Вижу противника. А, блин. Красавцы. Красавцы. О, а ты чего никого не видишь? Вот это даешь. И Цей никого не видит. Буду на стороже. За дело. Мониторю сектор. Так, ладно, ладно. Текаем. Я выперся, конечно. Нехорошо. Семь клеток снял. Гад. А я по нему что-то слабенько стреляю. Готовность номер один. Держу сектор. Сектор. Странно. Повеселимся. Ясно. Буду на чеку. Меткость ихняя, конечно, пугает. Блин, да что такое, они не идут на меня? Вы что на меня не идете? Сканирую. Начинаю наблюдение. Сейчас только высунься. Пристрелят. Ох и муторная миссия, блин. Ясно. Начинаю наблюдение. Готовность номер один. Интересно, что они хранят в этих баках? Свою совесть, которой у них нету. Но ты будешь двигаться, нет? Что это было?
Ага, будешь. Получи. Надоело ждать. Терпение, благодетель. Ага. На каждом углу тебя ждет сюрприз. Прищучила. Заткнись. Это все фигня. Вот это вот зеленые вот эти опасные. Их там двое. И хочется взять их в плен. Блин. Оборонка. Противник открыл огонь. Смотри за флангами. Ну хорошо, хоть не сильно попал. Черт, не может быть. 94 не попал, ну это же вообще. Блин, это их не видит нифига. Мы идем по следу. Тебе. Вот дела. Ничего себе. Вплотную, блин. Давай. Прищучил. Остался ты один, мужик. Фланговый урон, блин, крик должен быть. Ура! 10. Я уж думал, ты сейчас его не добьешь, ранишь только и все, и капец мне. Никого нету. Снайпер занимает позицию. Смена магазина. Так, подлечить тебя немножко. Два медика в группе друг друга лечить будут. Лекари, блин. Но звук такой, как будто там... К бою готов! Как будто там тарелка какая-то. Держу сектор! Дело. Смена магазина. Готовность номер один. Че там и есть тарелка. Сейчас посмотрим. Сейчас два снайпера туда закинем на балкончик. Такой классный обзор отсюда. И посмотрим. Да, кто-то там есть однозначно. Что это было?
Боже милостивый, что это? Я до последнего надеялась, что это не так. Но пришельцы ставили эксперименты над похищенными людьми. Не понимаю, что они хотят получить. Суперсолдат. И муха не пролетит. Все как обычно. Ясно. Буду начеку. Все авторитарные лидеры, те, кто имеют огромную власть, хотят еще большей власти. Как я полагаю, шесть никого. Странно. Не подходите, гады. Я тут себе такую позицию занял красивую. Ладно. Пошли в атаку. Я весь внимание. Я думал, что они отсюда. С балкончика. А оказывается, нет. Готовность номер один. Оказывается, это где-то дальше звуки. Готовность номер один. Я весь внимание. Интересно, короче. Но походу тут никого нет. Ну подходите, гады. Ясно. Буду начеку. Какой-то шанс есть их сюда вымануть. Но что-то, мне кажется, тут никого нема. Так. Тут у меня есть разведчик. Всем внимание! Трое. Так, це немного, це ерунда. Ерунда. Буду на стороже. Мониторю сектор. Буду на стороже. Я весь внимание. А ну-ка, а ну-ка. Держу сектор. Прибежит сюда Берсерк или нет? Прибежит. Ого! Раз, два, три, четыре, пять. Корректирую огонь. Я уничтожен. Два снайпера в одну точку. Красиво мы его наказали. Вот это раздача была. Мутончик. Ясно, буду на чеку. О, отлично. Этого бы мне взять, было бы неплохо. Так, да, захватить бы тебя, карась. Но... Увы.
нечем. Допрыгался. Посмотрим, что там впереди. Ну, по идее, это все. Там дальше босс и все. Действую. Я снова в строю. Перезарядилась. Далеко этот снайпер. Ну ничего. Так, отсюда есть вид. Давай еще отсюда. А теперь в бой! Ясно. Буду на чеку. Буду на стороже. Я весь внимание. Действую. Сканирую. Тихо. Вы что-нибудь слышали? Перебежал в ту сторону, да? Ну шо, штурмуем. Кто здесь? Кого? Ясно. Буду на чеку. Буду на стороже. Непонятненько. Снайпера не пригодились. О! Вражеские войска! Мне как раз два дрона было нужно. Да, вот эти как раз мне нужны были. Отлично. Спасибо, как раз мне надо... апгрейд там один сделать. Так, раз там два дрона есть, значит там есть и тарелка. А раз там есть тарелка, надо быть аккуратным. Так вот, какие у них развлечения. Ну, по крайней мере, они не играют в компьютерные игры. Не факт, что это развлечение. Может, это какая-то голограмма. Цель выбрана. Ух ты, еще два. Странно. Они обычно сопровождают робота. Теперь не рыпнешься. А тут летают сами по себе. Снял его. Это странно.
О, тут подъемник есть. Слабовато, конечно, сопротивление ваше в конце, друзья мои. Вначале вы были такие герои. Мне аж страшно было. Это что еще за ерунда такая? Подходите, гады! Такая сеть балконов, блин. Ни конца, ни края. Буду на стороже. А противников не видать. Они. Блин. В молоко. Ты подстрелил немножко не того. Хотя, какая разница, их всего лишь трое. Где снайпера? Снайпера. Снайпера никого не видит. Да-да-да, давай, подходи, да-да-да. О, а куда ты под лестницу спрятался? Ты чё? Куда-то он упал, наверное, там. Ты куда там упал-то, а? Тим, странный товарищ. Ага, вон он где. Все-таки он на лестнице, а не под лестницей. Давай-ка мы вот этого завалим. Вроде как он беззащитный. Пора рисовать звездочки. Ладно. Я весь внимание. Держу сектор. Ну и что мы будем делать дальше? Слабенько, слабенько, дяденька. Вижу да. Противника. Ух ты. Он похож на крупного сектоида.
Но есть какие-то отличия. Что это за энергия? Какие-то. Осторожно. Не забывайте, что случилось, когда мы встретились с этой тварью в прошлый раз. Это не какие-то. Это огромное отличие. Блин. Этого надо взять. Больше не рыпается. Ясно. Буду на чеку. Смотрю внимательно. Странный типчик. Вообще не шевелится. Страшненько, чеша. Так, кем тебя пристрелить? О, малыш. Тебе надо качаться. Ху-ху. Нужно срочно пополнить запас. Вплотную промахнулся, ну ты даешь. Странно, блин. Какие-то тут спуски такие идиотские. Готовность номер один. Как я его не вижу, непонятно. Ну давай, двигайся. Нужны боеприпасы. Двигайся, и пистолетом тебе взад. Нет, странно, такой спуск. А ничего не видно. Тут беда со спусками в этой игре. Непонятно. Кто кого где видит. Похоже, удача наконец улыбнулась нам. Мы обязаны изучить этот предмет как можно скорее. Думается мне, пришельцы были очень злы, лишившись этого устройства. Сомневаюсь, что они отдали эту вещицу специально. Да, командира сектоида мы не захватили. Центр, я рейнджер. Велик на дороге. Бабушка приехала. Прием. Вас понял, Вуду 3-1. До встречи. Конец связи. Бабушка приехала. Угу. Захватили. Доктор, что-то не так? А вам не кажется, что праздновать победу сейчас рановато? Мы нейтрализовали их главный штаб. У нас нет ни одного сигнала тревоги. И мы устранили их лидера. По мне, так это самая настоящая победа. Победа, друзья мои, возможно. Но не совсем. Но это не точно. Шеф, вы согласны со мной? Значит, не только я понимаю, что эта война еще не окончена. Этот предмет, как мы считаем, служит для обмена данными. В связи с этим возникает вот какой вопрос. Если командир сектоидов управлял всеми пришельцами, тогда с кем или с чем он тут советовался? Мне кажется, это та самая тварь, которую мы встретили при первом контакте с пришельцами. Как мы могли убедиться на собственном опыте, его основное оружие — сила сознания. Ах, вот бы изучить ткани мозга этого существа. Может быть, мы смогли бы использовать полученную информацию для наших целей?
Да, захватить бы его, но он кабан опасный. С ним очень тяжело. Ну что, взять одного, который обездвиживает. Лучше реаниматор. Ну, пока все круто. Говорит, в игры не играют, а вот же игра пришельцев написана. Круто, круто, очень круто. Во всем мире снизилось на 2. Не забывайте, мы видим все. Чудно. Все прекрасно просто. И 1 августа. 1 августа 2015 года мы завершили войну с земными, по крайней мере, отрядами. Круто? Круто. Что ж, на этой позитивной ноте, друзья, наверное, будем завершать. Давайте посмотрим, что у нас тут еще интересного. Ага, пару самолетов. Отлично. Ставьте комментарии, задавайте вопросы, если вас интересует, или просто смотрите, наслаждайтесь 4К. Не забывайте, мы транслируем видеокартинку, то есть у нас все красиво. Ух ты, можно еще один громобой сделать. Класс. Так что, друзья, у нас все класс. Демоны. А, вот они построенные, которые... Этот можно будет уже и списать. Так, демоны. В Америку перевести одного. И второго сюда. И посписывать этих воронов. Во, отлично. Теперь у нас демон есть на каждом континенте. И давай на главном еще одного построим. На всякий случай. Пусть будет. Обнаружен инопланетный объект. Так, маленький Индия скаут. Испробуем наш чудо-аппарат. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ладно, испробуем, друзья, и до завтра. О, красавец какой. Веду противника. Мочи его. Два раза попал, а толку никакого. Отлично. Просто превосходно. Все, счастливо. Удачи.